После нашего боя с фашистскими... казалось, что впереди нас уже не ждет ничего страшного. Какая ошибка. Почти приехали. Ульман должен ждать нас на черной станции. Осторожно! Пригнись! Дьявол! Понастроили всякой хрени! Гляди в оба, иначе башку снесет! Да уж, жутковатое местечко. В этих туннелях всегда будь начеку. Забудешься на миг, все, ты труп. Был тот случай. От парня только сапоги остались. Слушай, скоро мы подъедем к станции. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Свет, там кто-то есть. Сними его, Артем! Начинается. Надо скорее отсюда убираться. Кладбище поездов. Вот как оно выглядит.